друзья, мы начинаем с вами новый курс вебинаров, в который входит портрет, пейзаж и натюрморт. Все это будете вы изучать через секреты мастерства, которые будет дарить вам каждый спикер, который ведет данный урок или целый курс. Я бы хотел на первые занятия заострить ваше внимание на том, что они будут рассчитаны на настроение картины. Настроение картины – это те эмоции, которые она вызывает после того, как вы ее рассматриваете. Картина может вам дать очень возвышенное настроение, и эта картина не обязательно должна быть высоко художественная. Картина может иметь повествовательное такое, прочтение художником того, что он делает. И эта картина не вызовет у вас никаких эмоций, кроме как познакомит с тем-то и с тем-то предметом или пейзажем. Картина может вызвать героические какие-то чувства, и ее содержание призывать будет вас каким-то эмоциям, тоже возвышенным. И картина может вас успокоить, что называется, рассматривая ее, вы захотите спать. И это тоже уже не так плохо, потому что жизнь нас часто надергивает, а интересная работа, правильно сделана, но достаточно спокойная, может вас успокоить. Это все зависит от цвета, света, освещения. Мы проходили с вами атмосферный свет, и это будет все учитываться в наших работах. Я приглашаю вас быть участниками наших встреч, и от этого будет зависеть ваш профессиональный рост, который всем нам необходимы, чтобы ощущать себя не стоячим болотом, а чем-то большим, скажем, родником. Спасибо за внимание, ждем вас. Ваш Кулагин всегда друг и любящий ваш наставник.